Учебник английского языка, 7 класс, Афанасьева Михеева, юнит 2, упражнение 25 на странице 37. Обратимся и потом разберем таблицу. Итак, имена существительные, существительно по-английски noun, подразделяются. Сейчас будем выделять. Итак, первое – имена собственные. Это вы встречали уже на уроках русского языка, то есть это для вас не новость. И имена нарицательные – собственные по-английски proper nouns, нарицательные common nouns. При этом имена собственные, то есть первая группа, они у нас подразделяются на имена, ну давайте все-таки сделаем разделение, имена людей, названия животных или имена, имена животных и различные географические названия. Теперь, что касается имен. Так, нарицательных, то есть это вторая группа, вот у меня вторая группа, на что, скажем так, подразделяется. Они, эти существительные, могут быть конкретными, concrete nouns, то есть, например, мужчина, собака, дом, могут быть абстрактными, то есть это abstract nouns, злость, счастье, вещественными, по-английски material nouns, вода, молоко, песок, то есть какие-то материи, материалы, и собирательные, collective nouns, то есть это правительство, класс или стая. Ну, как вы поняли, то есть вроде как слово обозначает единственное число, но подразумевает несколько людей, которые входят в это название. Так, и вот теперь вот с этой структурой смотрим на другую вашу таблицу в самом учебнике. Так, то есть, смотрите, у нас идет подразделение, вот, common, ой, я здесь, наверное, не выделю, ага, ладно. Вот это common, это нарицательные и proper, собственные. Итак, вот их разделение, есть конкретные, собирательные, вещественные, абстрактные, но, обратите внимание, есть у нас также здесь деление на исчисляемые, которые мы можем посчитать, и на неисчисляемые. И как вы видите, вещественные, существительные и абстрактные, они являются неисчисляемыми. Так, вот здесь мы, наверное, все-таки выделим. Вот так, здесь у нас исчисляемые, которые можем посчитать, или неисчисляемые. И здесь еще 4 подвида, так скажем. То есть вот конкретные, коллективные, материальные, или вещественные, да, или абстрактные. Теперь смотрим на имена собственные. Есть имена людей, ну, тут могут быть и фамилия, и имена животных, а есть географические названия, то есть у нас тут от названия рек до всевозможных достопримечательностей, дворцы и так далее. Это все в эту колонку. Теперь давайте на примере прочитаем, может быть, учитель вам скажет прочитать и перевести. Какие же здесь существительные вы можете назвать? Итак, конкретные существительные, которые относятся к нарицательным, это a chair – стул, a stone – камень, a lamp – лампа, a tree – дерево, a human – человек, a cat – кот и так далее. То есть что вы здесь можете назвать? Вы можете назвать a pencil – карандаш, a book – книга, a desk – парта. Ну, надеюсь, вы поняли, то есть практически все вот предметы, которые нас окружают, это конкретные существительные. Собирательные, collective, это те существительные, которые вроде как единственного числа, но они подразумевают под собой определенную группу людей или, ну, как в случае со стаей, какое-то определенное количество животных. Вот у вас в примерах это a group, группа, a crowd, толпа, a government – правительство, a family – семья, a team – команда. Но с ними проблема. Как же понять, единственное все-таки это число или множественное? То есть я после, например, слова «класс», класс 5 «б» или 7 «в», что мне поставить «is» или «are», да? То есть класс этот как единственное или множественное? На самом деле довольно сложное правило, потому что можно оба варианта, только смотрите, от чего зависит. Так, у вас, кстати, здесь еще побольше этих существительных, собирательных.
Давайте посмотрим. У нас есть еще crew. Это команда или экипаж, audience, зрители или аудитория, как у нас еще называют. Вот как раз class, club, то есть клуб или кружок. Так, потом у нас committee, комитет, company, компания, congregation, община, council, совет, ну или дума, да, если в отношении России правительство. Family, семья, government, правительство, group, группа, team, уже была команда. Так вот они, смотрите, могут употребляться и во множественном, и в единственном числе. Давайте посмотрим на разницу. Команда празднует свою победу сегодня вечером. Команда в каком смысле? В смысле все члены команды здесь подразумеваются. Значит, вы используете глагол, как будто бы здесь у вас подлежащее множественное число. Ну, то есть они, да, то есть эти члены команды. Второй вариант. Баскетбольная команда состоит из 5 игроков. Тут имеется в виду команда вот, ну, как в целом. Не каждый игрок по отдельности, а в целом команда состоит из 5 игроков. Вот в таком случае у вас слово team, команда, будет единственным. Ну, соответственно, s-очка, вот здесь к глаголу у нас поставилась. Давайте еще пример с классом. Наш класс вчера писал, не знаю, контрольную по русскому. Мы поставим именно как, ну, здесь он используется как множественное число. Класс имеется в виду, что каждый ученик вашего класса ее писал. Значит, класс здесь как множественное число. Но если вы скажете, наш класс очень дружный, здесь у вас класс как такое что-то целое, значит, вы поставите as, то есть как единственное число. Но это вы потихонечку, надеюсь, научитесь разбирать, где, когда ставится. То есть вот такой еще у вас подпункт здесь есть. Ну и вернемся. То есть это вот особенность такая этих собирательных существительных. Вещественные, существительные, следующие. Напомню, они неисчисляемые. То есть это какие-то материи, которые нас окружают, ну или не только окружают, в общем, смотрим по примерам. Snow – снег. Water – вода. Bread – хлеб. Lemonade – лимонад. Sand – песок. Meat – мясо. Что мы можем сюда добавить? Например, какой-то металл, там золото, или, не знаю, ртуть, или... Что у нас там еще? Какие-то, не знаю, крупа какая-то. То есть это все вещественные, существительные, они неисчисляемые. Абстрактные. Это, ну, в общем, вы поймете. Какая-то абстракция. То есть love, любовь, friendship, дружба, beauty, красота, politics, политика, pleasure, удовольствие, poverty, бедность. То есть то же самое, злость, ненависть, давайте что-то хорошее, не знаю, застенчивость, то есть вы поняли. Вот это абстракция, это неисчисляемые существительные. То есть если вы работаете, например, с глаголом to be, после них будет стоять глагол is. Так, теперь переходим к собственным. Имена собственные, для начала личные, то есть те, которые у нас, так, давайте тоже выделим, используются в именах. То есть, может быть, имя, фамилия, ой, или кличка. В любом случае, мы будем использовать их. Итак, Андрей, Эндрю, Диккенс, фамилия известного писателя, Диккенс, Свифт, то же самое, фамилия Свифт, The Browns, семейство Браунов, Pussy, кошечка, то есть, это уже клички пошли, Рекс, Рекс, Багира, Багира. Ну и так далее. Клички животных, имена, фамилии людей – это все у нас personal names. Теперь же географические названия – это названия различных географических объектов, я думаю, понятно, и каких-то, не знаю, достопримечательностей, городов и так далее. Australia – Австралия, Moscow – Москва, The Urals – Уральские горы, The Baikal – Байкал, The Volga – Волга, например, Tower Bridge, Тауэрский мост, или Buckingham Palace, Букингемский дворец. Это все geographical names of proper nouns. То есть вам нужно структуру желательно запомнить и особенно отметить, какие существительные являются неисчисляемыми.